Всем привет, с вами Артем Диев. Сегодня, как всегда, не с пустыми руками, а с очень интересной темой. Как купить грант? Сразу хочу расставить все точки над «и», речь пойдет не о чем-то там. Речь пойдет об одном из самых нашумевших проектов в мире криптовалют. Грамми Телеграма. Кстати, этим роликом я решил немного разбавить привычный контент экономических топиков, поэтому если тема криптовалют вам интересна, дайте мне об этом знать в комментарии к данному видео. Ну и, конечно же, те, кто еще не подписался на наш канал, сделайте это прямо сейчас, тем более, что это так просто, достаточно кликнуть, подписаться вот прямо вот здесь. Итак, что же такое Грамм? Грамм – это криптовалюта на основе блокчейн-платформы Тон. Слово Тон появилось в сокращении Telegram Open Network, то есть та самая блокчейн-платформа, которая разрабатывается Telegram. Ее фишка в очень большой скорости осуществления транзакций. Я не поленился, проверил эту информацию, действительно могу сказать, что это так. К примеру, биткоин способен обеспечить лишь 7 транзакций в секунду, эфир 15. Скорость же блокчейн-платформы Грамма предположительно составляет 10 миллионов транзакций в секунду. По замыслу Павла Дурова, Грамм не только может, но и должен стать аналогом привычного Visa и MasterCard, ну, разумеется, аналогом в цифровой индустрии. Безусловно, проект Грамм не только амбициозный, но и очень дорогой. Для финансирования процесса создания криптовалюты Telegram еще в 2018 году провел 2 раунда первичного размещения предложения токенов всем известных ICO, в ходе которых было собрано 1,7 миллиарда долларов, по 850 миллионов в каждом раунде. При этом минимальный размер участия составил 20 миллионов долларов. Всего в ICO вложилось более 70 инвесторов. Для кого-то может показаться, что маловато. Я с этим согласен. Но при этом хочу добавить, друзья, 20 миллионов долларов минимальных порог входа. Это очень большие деньги. Например, при конвертации в другие валюты 20 миллионов – это 1,5 миллиарда рублей. Наверное, помимо желаний и денег, требовалось еще личное знакомство с Дуровым, как минимум на уровне контактов в Telegram. Среди избранных оказались Сергей Солонин, основатель Киви Давид Кабашвили, сооснователь Вимбельдам Роман Абрамович. И по раскладу того, какие обязательства есть и что произойдет после того, как этот проект стартанет, каждый токен будет обмениваться на грамм в отношении 1:1. А что касается сроков, то по, опять же, дорожной карте Дурова, этот проект должен быть запущен до 31 октября 2019 года. Если этого не произойдет, то компания обязана будет вернуть инвесторам все вложенные средства. Другими словами, момент X совсем скоро, друзья. Кстати, так уж совпало, что 31 октября Англия еще должна покинуть Европейский Союз. Это как раз тема моего следующего видео, которое появится на нашем канале уже в самое ближайшее время. Вернемся к Грамму. Те, кто уже почесывает руки, когда же будет дана возможность добывать эти крайне перспективные граммы, друзья, вынужден сразу разочаровать. Дуров отказался от майнинга, отметив, что сразу готов предоставить все 5 миллиардов единиц своей криптовалюты для продажи инвесторам. Правда, часть из них заранее расписана по конкретным адресатам. 50% от указанной сумма от указанного объема 5 миллиардов ушли в фонд Тон Резерв. Это некоммерческая организация, задача которой стабилизировать курс грамм относительно доллара. Задача резерва, как у обычного центрального банка, автоматически скупать грамм при падении его цены. Ну, то есть функции, в принципе, такие же, как и у любого регулятора, как я уже отметил. Помимо этого, 10% также уйдут в некоммерческую организацию Тон Foundation, которая будет поддерживать инфраструктуру Тон в работоспособном состоянии. 4% граммов отойдут в качестве вознаграждения разработчикам. Я думаю, что это справедливо, потому что код они пишут в прямом смысле как боженьки. Таким образом, после такого распила оставшаяся часть, это 36% или почти 2 миллиарда токенов, будут зарезервированы для продажи инвесторам. Теперь к стоимости. К сожалению, никакой официальной подтвержденной информации о стоимости граммов нет. Есть только слухи, согласно которым в ходе ICO цена токена варьировала от 0,5 до 1,5 долларов. Уж не знаю, из-за чего мог быть такой разброс, ну, наверное, он связан с тем, сколько монет токенов приобреталось. То есть чем больше, тем, соответственно, и ниже цена. К сожалению, на этапе ICO лично мне поучаствовать в этом проекте не удалось. Может быть, кому-то из вас повезло больше. Как еще можно купить граммы? Да и никак, друзья. Кто-то может возразить мне, сказать, что есть биржи, которые сейчас предлагают фьючерсы на грамм. Но давайте попробуем разобраться. Вот, кстати, из последнего, что я знаю, Эльбанк действительно дает такую возможность. Но это значит, что если Эльбанк продает токены, то Эльбанк как раз был в качестве одного из инвесторов, которые присоединились к этому проекту на этапе ICO. Сразу возникает вопрос. Даже если так, как
Эльбанк может продавать фьючерсы на Грамм, когда самим соглашением с Дуровым всем инвесторам строжайше запрещено продавать полученные токены в течение 18 месяцев. То есть биржа сейчас фактически нарушает взятые на себя обязательства. Честно говоря, ни один адекватный партнер никогда бы не стал рисковать вложенными 20 миллионами долларов. Сами посудите, если вы нарушаете обязательства, то фактически со стороны Телеграма могут быть определенного рода санкции, в результате которых вы не только не получите токены, но и вряд ли будете претендовать даже на возврат тех средств, которые проинвестировали. Поэтому биржа на данный момент продает в прямом смысле воздух. А для чего им это? Я думаю, что для того, чтобы просто привлечь денег на хайпе, а дальше трава не расти. Каких-либо подтверждений того, что Эльбанк является инвестором указанного проекта, лично я не нашел. Резюмирую, друзья. Можно сказать, что действия биржи Эльбанк, я не хочу ни в коем случае негативить, но больше связано с каким-то мошенничеством. И то же самое могу сказать про другие площадки, которые также предоставляют якобы такую услугу, как сейчас, возможности купить вот эти телеграммы. Хочу процитировать самого Дурова, который, комментируя появление фьючерсов на все еще незабучный проект Грамма, отметил, что любые предложения покупки криптовалют являются самым настоящим намахаловым. Единственная верная, достоверная информация, это та, которая есть на официальном сайте Telegram.org. Таким образом, друзья, тем, кто хочет вложиться в реальный Грамм, остается ждать, когда обещанные Дуровым 2 миллиарда токенов будут предложены ритейлу, то есть нам с вами. И как только это произойдет, вот тут нужно будет действовать. Думаю, у проекта очень большое будущее, при котором за 1 Грамм впоследствии будут давать не меньше 10 долларов, может даже и больше. Дуров явно доказал, что умеет воплощать в жизнь самые сложные и амбициозные проекты. Кроме того, у Павла в прямом смысле есть все для того, чтобы взлетело Telegram. Прежде всего, это кадровый и репутационный ресурс. Ну и самое главное, друзья, повторюсь, это аудитория его мессенджера. Около 200 миллионов пользователей по всему миру, которые, собственно, и обеспечат спрос на данную валюту. Дуров хочет монетизировать Telegram. Учитывая, насколько крутым является его мессенджер, его продукт, я думаю, что сделать это нужно было уже очень давно. Посмотрим, удастся ли ему опередить Facebook. Ну а пока мы в ожидании, рекомендую присмотреться к ближайшему конкуренту Грамма, Ripple, купить который на очень выгодных условиях в Амаркетс вы можете уже сейчас. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.